Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим овощное сатэ с грибами. Для приготовления нам потребуется 300 грамм капусты, 300 грамм помидоров, 150 грамм болгарского перца, 100 грамм лука, 80 грамм моркови, 400 грамм картофеля, 300 грамм грибов, у меня вешенки, но подойдут любые, 200 грамм кабачков, 1,5 чайной ложки соли, чайная ложка сахара и 0,5 чайной ложки черного молотого перца, 3 столовые ложки подсолнечного масла. На одной чаше мультиварки наливаем масло, выкладываем все овощи, лук, морковь, помидоры. Все овощи, кроме лука и моркови, я нарезала достаточно крупно. Перец. Выкладываем все слоями. Некрупно порезанные грибы. Соль, сахар, перец, кабачки, картофель и капуста. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме тушения 1 час, так как чаша мультиварки у меня заполнена до самого верха. Сатэ готово. Теперь аккуратно все перемешиваем и можно подавать на стол. При подаче на стол в блюдо добавляем свежую зелень, а для пикантности, по желанию, можно добавить измельченный чеснок. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!